Житель Чечни обратился к колдуну, чтобы вернуть жену, а получил проблемы. Хусейн Адаев обратился к услугам знахаря, чтобы вновь воссоединиться со сбежавшей супругой. Ради этого житель республики вместе с односельчанином выехал в соседнюю Кабардино-Балкарию, где встретился с неким специалистом по имени Заурбек. При помощи чудодейственных предметов, которые ему передал колдун. Продолжение ролика смотрите на канале Нур ТВ+ по этой ссылке.